Всем привет! С вами Андрей Галтеев. Вы смотрите специальный новогодний выпуск программы News Time на канале Bridge TV. Друзья, мы поздравляем вас с Новым годом! И сегодня расскажем о главных событиях на мировой сцене в 2015 году. Яркие новинки, новые рекорды и скандальные выходки. Чего только не происходило весь год на мировой сцене. В 2015 году мы следили за главными событиями в программе News Time. Но наиболее яркие вспышки звездной активности прямо сейчас. Легендарные Aerosmith в прошлом году отметились в столице на дне города, а фронтмен группы Стивен Тайлер проникся Россией. Мой дедушка всегда говорил, что он русский. Здесь невероятная энергетика, и она создает волшебство. Мне нравится ваша еда, я вырос на борще. И вообще, у вас самые красивые девушки в мире. One Direction, лишившиеся Зейна Малика, но собрав немало премий и оставшись одной из самых успешных групп года, сенсационно заявили о грядущем перерыве весной 2016-го. Мне не придется ставить будильник целый год. А еще мы давно не были дома со своими семьями, так что туда я и отправлюсь. Не удержались и легенды рока Мотли Крю. Культовая команда попрощалась с фенами в последнем туре. Спасибо вам за невероятную поддержку весь прошлый год. Теперь мы выпускаем сборник наших лучших хитов. Зато вокруг одной из самых успешных девичьих поп-групп современности Spice Girls продолжают ходить слухи о воссоединении. Правда, вполне вероятно, без участия Виктории Бекхэм. Duran Duran стали покорять чарты с долгожданным 14-м альбомом Paper Gods, с которым группе помог легендарный гитарист Найл Роджерс. Все парни из моей изначальной группы уже покинули этот мир, и я решил, что Duran Duran — моя вторая группа. Вернулась из пятилетнего отпуска и группа Tokyo Hotel. Парни выпустили новый альбом и прокатились с туром по России. Прониклись настолько, что захотели российский паспорт. Я просто хочу проводить у вас больше времени, в особенности в Москве и в Питере. Hey, we are Tokyo Hotel. You're watching Bridge TV. We wish you all the best and a happy new year. We see you guys very soon and Novom Godom. Yo, I'm Alex Klesner from Golden Bridge TV. Happy New Year, it's been an amazing year for all you guys. I'm Fred Durst from Limp Bizkit, and I'm wishing you a Happy New Year, and I hope everything in life goes exactly how you want it to. But right now, let's keep it on the bridge. Hi, we are the Baseballs. Merry Christmas. And с Новым Годом. Bridge TV. What's up? This is Shifty from Crazy Town, and I wanted to wish you a Happy New Year. Словом годом. Герой чартов и премии последних лет Фаррелл Уильямс в прошлом году выпустил новый хит Freedom. Видео повествует о свободе. Когда есть группа людей, которых объединяет одно чувство, независимо от всего остального, то ты ощущаешь огромную энергию. Общее чувство объединило Риану, Пола Маккартни и Канье Веста. Совместный клип звезд 4-5 Seconds посмотрели более 300 миллионов раз, а сама минималистичная работа задала новый тренд. Канье предложил идею одеться в джинсовую одежду в американском уличном стиле. Джинсовый стиль никогда не выходит из моды. Это классика, как и Битлз. Ну а новые таланты рвутся в бой. В африканском музыкальном реалити-шоу случилась настоящая сенсация. Победителем стал 3-летний мальчик-диджей. 3-летний мальчик на сцене перед большой толпой – это бесценно. Малышка Бритни в прошлом году обосновалась в Лас-Вегасе еще на 2 года. Звезда подписала многомиллионный контракт на резиденцию в городе развлечений. Обычно я прошу вас сосчитать со мной до 3, но сегодня до 2, потому что я остаюсь выступать в Вегасе для вас еще на 2 года. Ну а британские модники из дуэта Hearts колесили по миру, в том числе и привезли в Россию новый альбом со свежими хитами. Мы не пытались написать хиты специально, это очень опасная штука. Ты просто должен писать песни о том, что сам прочувствовал, и посмотреть, что из этого выйдет. Hello, I'm Theo. Hello, I'm Adam. And we're Hearts, wishing you a happy new year. С Новым годом, Russia, Bridge TV. All the best for 2016. Hey, I'm Slash, and I want to wish you a happy new year, Bridge TV. Chicks don't even-
This is D12 in the house in Russian, wishing y'all a Merry Christmas. Salute to everybody. Hi, this is Mr. Lori. С Новым годом, Bridge TV. Cause every time I hear my Happy New Year, Moscow! This is JJ Johansson for Bridge TV. Hey everybody, this is Frank Iero, wishing you guys a Happy Christmas and с Новым годом, Bridge TV. Друзья, мы еще раз поздравляем вас с Новым годом! В наступившем году мы продолжим следить за главными событиями на мировой сцене. Меня зовут Андрей Галтеев. Вы смотрели программу News Time на канале Bridge TV. Пока!